Добрый день всем. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Лариса Васильевна Тарасевич, я репетитор по английскому языку и представляю вам сегодня видеообзор своего курса в телеграм-канале «Грамматика легко». Курс рассчитан для тех, кто хочет повторить и подготовиться к экзамену, к вступительному, к экзамену ОГЭ, повторив темы грамматики. Данный курс построен таким образом, что каждую неделю вы получаете минимум три урока, видеоурока по темам, и каждому уроку получаете задание. Чаще всего это 4-5 уроков, потому что я добавляю что-то еще новое, либо разбиваю материал на подтемы, чтобы было легче смотреть видеоурок в записи и выполнять задания, чтобы это не было сильно громоздким и долгим. В конце каждой недели я выставляю ответы в виде файлов. Вот как вы видите, а также видеоразбор всех заданий, которые были в течение недели, для того, чтобы вы могли сравнить свои ответы с ответами, которые представлены. И также в видео разбираются всевозможные интересные места, спорные вопросы или какие-то исключения. В конце 2 недель, каждые 2 недели, я провожу онлайн-вебинар, но это больше не вебинар, а урок 60-минутный для участников курса по вашим вопросам. И это не просто вопросы-ответы, это настоящий урок-практикум по материалам 2 недель. Также материал сохраняется вот в таких картинках, закладках, шпаргалках, памятках, которые вы можете использовать в дальнейшем. Кроме того, все мои участники, ученики и участники курса получают бонус в виде участия в международном разговорном клубе 2 раза в месяц по субботам в 3 часа дня. Кроме этого, вас на канале ждут видеоразборы демо-версий вступительных экзаменов в разные лицеи и гимназии. В данном случае уже выставлен разбор вступительных испытаний в 7 класс лицея 1535. Я также делаю видеоразборы по заявкам участников курса. Приглашаю вас на курс. А занятия в рамках курса могут быть как ваши самостоятельные, также вы можете совмещать их с занятиями в группах при каких-то центрах, где вы занимаетесь. То есть здесь универсально. Также это вы можете готовиться абсолютно самостоятельно, как я говорю, и задавая свои вопросы мне. До встречи. Я вам желаю успехов в вашей в английском языке, ваших самых лучших достижений. Надеюсь быть полезной для вас. See you. Bye-bye.